Еще древние говорили: все изменяется, все течет. Сегодня в этом еще раз убедились жители дома номер 25 по Комсомольскому проспекту. Александр Савельев особенно. Вот вы видите, по двору невозможно пройти, в подъезд невозможно подобраться, там уже по досочкам ходим, вот, в сапогах приходится ходить, чтобы выйти только из дому. Вот, в принципе, результата пока никакого нет. Спасибо мужественному водоканалу. В 16 часов его работники прибыли на место и попытались остановить мутный поток. На память приходит старый анекдот. Чем отличается демократия от демократизации? Наверное, тем же, чем канал от канализации.